Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я очень рада приветствовать вас в новом видео. Начинаем мы сегодняшнее видео с вечера, и у нас уборка на участке идет полным ходом, потому что с утра у нас заказан трактор и КамАЗ, будем выкапывать дорожки и также вывозить весь лишний мусор, землю, которая нам не пригодилась после выкапывания котлована и так далее. Сейчас хочу начать такую новую рубрику на канале «Создаем сад мечты своими руками». Конечно, сад будет создаваться не один год, но даже для своего личного архива хочется посмотреть, как мы все начинали и каким он станет через несколько лет. Вот даже сейчас, когда прибираемся, и потом уже в конце этого видео будет такая колоссальная разница, на мой взгляд, как вот буквально за какой-то день сад у нас преобразился. Конечно, такая уборка у нас сегодня уже быстрая, потому что Ваня, наверное, прибирался до этого дней 7, может быть, даже 10. Весь участок был чем-то завален, так как шла такая у нас стройка, строили также дополнительно террасу, вот эту вот часть полностью с хозблоком, с парковкой, с входной зоной. Поэтому здесь лежат и леса, как раз мы сейчас уходим, Максимка помощник нам тоже старается, с Евочкой активно помогают. И также было много какого-то мусора, который нужно вывозить, все складывали в мешки. И который мусор можно сжечь, мы сжигали в бочках, это какие-то доски, допустим, которые нельзя использовать для шашлыка. Но вот так вот просто в бочке их сжечь можно. Детишки отвлеклись, пришел к нам кот, очень любит наш участок, постоянно у нас тут тусуется. И вообще очень много котов приходит, ловит здесь, наверное, мышек. Или так путешествует по поселку от участка к участку. Конечно, Миюша очень сильно сердилась на него, рычала. Еве даже пришлось ее на какое-то время посадить на поводок, и она ходила с ней гуляла. Прибирались мы, наверное, где-то часа полтора вечером, но, как и сказала, до этого Ваня прибирался здесь больше, чем неделю. Каждый день что-то уносил, вывозил, сжигал. Поэтому уже нам осталось не так много прибрать. И, конечно, нужно весь такой вот сор собрать, особенно то, что не гниет, возможно, какая-то пленка или что вот использовали для стройки. Все это нужно собрать в мешок и вывести. Также убираем шланг, чтобы завтра техника не повредила. У теплицы лежали вот здесь вот коробки, которые я использовала весной. Закрывала ими гряды, чтобы не прорастал сорняк, так как в теплице было уже очень тепло, хотя на улице было холодно. И если бы я не закрыла, просто бы там была бы трава по пояс. Но вот благодаря этому, то, что придумала и закрыла все картоном, потом просто убрала картон, и земля была в прекрасном состоянии. И картон не стали этот выкидывать от коробок, будем его использовать, когда будем создавать цветники, различные миксбордеры и так далее. Закончили мы уборку, все убрали, даже не верится, что такая чистота на участке, ничего не валяется, нет нигде ничего лишнего. И решили с Ваней раскатать вот таким вот образом, вот такой вот ковер, посмотреть, как у нас пойдут дорожки. Конечно, заранее мы все планировали, чертили, как я и говорила в программе, но так еще наглядно решили все посмотреть. А сейчас хочу познакомить вас с умными часами Kaislect KS Pro. Часы приходят качественно упакованы в коробку из плотного картона. В комплектацию входят часы с основным ремешком на магните, запасной ремешок базового черного цвета, который подойдет под любой образ, защитное стекло, зарядка и инструкция. Часы с ремешком на магните очень удобно носить и регулировать под любой размер руки. У часов 2-дюймовый AMOLED-дисплей с очень яркой, сочной картинкой, изображение просто потрясающее. Корпус часов выполнен из матового пластика. С помощью QR-кода нужно скачать приложение и соединиться с телефоном. И в настройках телефона выбрать нужный язык. Я выбрала русский, и все функции у меня теперь отображаются на русском языке. И давайте расскажу более подробно про основные функции часов. С часов можно принимать звонки, принимать сообщения, следить за здоровьем. Также есть игры, музыка, погода, поиск телефона. Очень мне нравится эта функция, особенно сейчас, когда живем в большом доме. Если где-то забыл телефон, просто
нажимаешь на часы, часы соединяются с телефоном и звонят на него, и таким образом очень можно просто найти телефон. Также есть фонарик, который пригодится в темное время суток. Умные часы, на мой взгляд, это полезный и нужный гаджет, который пригодится каждому. С часов удобно принимать звонки и общаться, когда едешь особенно за рулем или занимаешься какими-то делами, и руки должны быть свободными. Отследить также можно здоровье и многое другое. Ссылку на часы оставлю внизу под видео в описании. У нас уже утро, приехал трактор, и начинаем заниматься выраниванием участка. Начали от теплицы, чтобы двигаться в сторону террасы, потому что единственная возможность, где может приехать трактор, это проход между забором и террасой с другой стороны, так как с этой стороны у нас уже растут плодовые деревья, яблони и груши, сажали мы их прошлой весной, и поэтому там, конечно, техники не приехать. И убираем еще лишнюю землю, также трактор срезает различные какие-то кочки, неровности и так далее. Думали сначала нанять небольшой трактор, но так как мы решили сразу же копать и дорожки, отмостку, плюс будет выкапываться дренажная система, отливы, то, конечно, маленьким тракторком это сделать невозможно, поэтому пришлось заказывать вот такой вот большой. Участок у нас не было цели выровнять в горизонт, чтобы отбивать точки и чтобы все было по уровню. Во-первых, уже стоит забор, теплица и какие-то есть насаждения. Во-вторых, у нас и так практически нет перепада на участке. Участок, в принципе, ровный. Мы, когда выбирали участок, и искали, чтобы участок был ровный изначально. И вот который есть у него природный наклон, мы не хотели менять, потому что, во-первых, он незначительный, во-вторых, хотя бы, чтобы был какой-то наклон, что если будет какая-то вода, дожди, ливни пройдут, чтобы хотя бы что-то куда-то могло утечь, помимо ливневой системы. И Ваня просто нашел по объявлению мужчину, как раз у него было окошко в воскресенье, вот он приехал и нам копал целый день. Очень нам повезло с трактористом, такой замечательный попался, вот просто от души хочется сказать ему спасибо, работал целый день. И так сложно было вывозить весь лишний мусор по такой вот очень узкой дорожке, она вот с каждым ковшом, просто было ездить туда на дорогу к КамАЗу. Все отлично он поработал, замечательно справился со своей задачей. Все разметили ему, как нужно нам, чтобы было выкопано. Ваня выкладывал вот так вот доски, и по одной дорожке он нам выкапывал. И также параллельно еще вывозил ненужный грунт. Часть грунта из-под дорожек, вот верхний слой, мы решили оставить, потому что он идеально подойдет для грядок. Будем использовать для декоративного огорода. Возможно, где-то еще нужно будет подсыпать, потому что просядет где-то у нас земля. Поэтому решили также немножко земли оставить. Но в основном все, что было выкопано и в этот раз, и потом вот с прошлого года, все нам вывезли. А сейчас давайте переместимся в дом. Покажу очень классные находки для дома. Сейчас хочу показать вам мой заказ из интернет-магазина Simoland. Обожаю этот магазин за огромнейший ассортимент. И, кстати, в этом магазине очень много различных товаров их собственного бренда. Допустим, вот я выбрала вот такие вот фартуки от бренда Etel. Это собственное производство Simoland. Мне понравился фартук вот в таком вот цвете. Здесь нарисованы очень красивые гортензии. И я решила то, что сейчас лето, такой фартук будет очень актуальным. И еще увидела также от Etel вот такой вот фартук, 100% хлопок, уже в такой вот новогодней расцветке. Он называется Christmas. Хочу его оставить на новогодние праздники. И еще заказала фартук на подарок. Он идет вот в такой вот базовой расцветке, такой серый беж. Также для кухни заказала очень полезные гаджеты. Это бренд Доляна. Во-первых, мне нужна была хорошая открывашка. Моя уже пришла в негодность. И в последнее время очень мучилась, когда нужно было открывать банку с консервами. Почитала отзывы. Отзывы были хорошие вот на такую открывашку. Поэтому решила ее заказать. Она такая очень тяжелая, увесистая. Понравилось, как выглядит. Здесь вот такие красивые деревянные ручки.
Также давно хотела и присматривалась вот к такому ножу для нарезки сыра. Очень удобно сразу же достать большую головку сыра, нарезать ее и убрать в отдельную емкость. И потом не нужно каждый раз доставать нож и нарезать отдельно сыр. Сразу же можно будет класть кусочек на бутерброд. Также от этого же бренда Deliana заказала вот такой вот молоток для отбивания мяса, потому что свой я помыла в посудомойке, и он у меня весь потемнел, поэтому тоже нужно было мне заменить. Еще закончилась у меня бумага для выпечки. Взяла вот такую, также бренд Deliana, 30 сантиметров ширина и 10 метров длина. Тоже были очень хорошие отзывы на вот эту бумагу для выпечки. Также решила заказать термощуп, а также он мне иногда нужен для приготовления некоторых блюд. Затем заказала вот такую вот красивейшую чайную пару. Как же мне понравилось, как это все выглядит. Я уже представляю, как налью сюда чай или кофе. А вот здесь вот можно будет положить что-то на перекус. В комплект также входит вот такая вот очень красивая золотая ложка. Ну просто милота, очень мне понравилось. Следующее в моем заказе — это вот такой вот очень красивый диспенсер для воды, напитков различных. Я искала именно в белом цвете, и чтобы он был похож на всю мою вот эту вот посуду, как раз сейчас вам показываю, чтобы все между собой перекликалось и сочеталось. Потом этот графин я буду ставить на террасу, чтобы там пить воду. Ну а пока хочу поставить здесь на кухонной столешнице. Объем здесь очень хороший, 3 литра. Поэтому надолго будет хватать, и детям будет удобно очень наливать себе напиток или воду. Это бренд идет Магистра. И также от этого бренда еще заказала очень красивую сервировочную посуду. Первая тарелка выглядит вот так вот, в форме сердца. Здесь вот такие вот красивые по бокам вот бусинки. Как и сказала, это бренд Магистра. И взяла еще в большем объеме. Мне кажется, очень красиво будет смотреться в сервировке. Сейчас покажу по отношению моей руки. Тарелка очень большая, вместительная. Сюда влезет такая приличная порция салата, я думаю, что... Или можно, допустим, даже выложить рыбку копченую, шашлык и так далее. Будет очень красиво смотреться в сервировке на столе. Взяла сразу же две штуки в разном объеме, в размере. И еще выбрала вот такое вот овальное блюдо в дополнение к этим двум. Также решила обновить деревянную доску и остановила свой выбор вот на такой вот доске из бамбука. Следующее, что приобрела, это вот такой набор столовых приборов в золотом цвете. Кто меня смотрит давно, наверное, помнят, года два назад я уже показывала точно такой же набор. Он мне очень нравится, с ним все в порядке, золото вот и в идеальном состоянии, как новое, ничего с ним не случилось, с удовольствием пользуюсь. И решила заказать комплект, потому что не хватает, когда собираемся, допустим, с гостями. Вот так вот выглядит набор на одну персону. Вилка, нож, чайная ложка и столовая ложка. Очень все красиво смотрится. И как сказала, у меня такой набор уже есть. Золото вообще прекрасно себя ведет, ничего не облезло. Пользуемся с большим удовольствием. Еще приобрела два вот таких вот крема. У них очень приятный аромат. Небольшой формат. Специально выбирала такой формат, чтобы можно было положить куда-то в сумку в небольшую. Или в рюкзачок кинуть, чтобы всегда крем был с собой под рукой. И еще заказала вот такие вот разные крючки. Они мне нужны для того, чтобы сделать удобную организацию хранения. Обязательно в ближайших видео буду с вами делиться. Вот в таком вот белом цвете. Это крючки натрием скотча. Очень удобно то, что не надо ничего сверлить. Стены не портятся. Или, допустим, можно прикрепить к фасаду шкафа. Тоже будет все в хорошем состоянии, даже если потом этот крючок убрать. Ничего не испортится. Вот таких прозрачных взяла 4 штуки. Здесь 2 набора. И еще взяла вот такой набор, скорее всего, для постирочной комнаты. Вот такой вот классный заказ у меня был с сайта Simolen. Ссылку на сайт, а также на все товары, конечно, оставлю внизу под видео в описании. Плюс еще у меня есть мой промокод, который дает скидку 5% при заказе от 1000 рублей. Вся информация будет внизу под видео в инфобоксе.
Работы на участке продолжаются. В принципе, там от меня особого сейчас внимания не требуется. С Ваней мы уже все решили, где что у нас будет находиться. Также все размеры выверены или на листочке. И примерно все выложили на участке, как нужно копать. Плюс еще тракторист вот как раз собирался на обед уезжать. Поэтому было у меня немножко времени на уборку на кухне. Нужно все убрать после завтрака. Также быстренько приготовить обед. Закину готовиться курочку в гриль. И также было у меня такое задание на сегодня в списке — вымыть холодильник, потому что он уже просто требовал внимания. Конечно, первым делом, как обычно, разбираю посудомоечную машину, загружала ее с утра, так как с Ваней спим здесь на диване, на ночь ее стараемся не загружать, чтобы она нам не мешала. Хотя, в принципе, вот данная посудомоечная машина, удивительно, что моет тихо. Наша вот Bosch на прошлой квартире мыла намного громче, у этой уровень шума намного ниже. Но все равно на ночь не люблю загружать посудомоечную машину. Пока спим тут в зале, а когда, конечно, будем уже спать на втором этаже в своей спальне, то буду загружать, как и раньше, посудомоечную машину, конечно же, на ночь. И давайте сейчас расскажу, куда пропала, потому что столько было вопросов в телеграм-канале. Девчонки, не поверите, я снова заболела. Я до этого болела несколько недель и занималась самолечением. К врачам я не обращалась, принимала обычные препараты, средства, которые, как при обычном заболевании, мне всегда назначали. Потому что, ну, все симптомы были те же самыми. Мне стало полегче, все, я вроде как бы выздоровела. И спустя 3 дня ко мне обратно вернулся кашель. И начал все быстрее и быстрее как-то расходиться. И такой вот кашель очень-очень сухой, не откашливающийся. И тут я как-то вообще уже целую ночь не спала. В выходные в субботу с Ваней поехали к платному врачу. И сделала рентген полностью. Все, слава богу, хорошо. Но не поверите, в горле у меня находится простуда, герпес. Никогда такого не было. Обычно герпес у меня выходил или на губе, в носу, в ухе даже как-то у меня раз был. Но чтобы в горле в самом, у меня такого никогда не было. И из-за того, что кашель сильный, дыхание жесткое, поэтому назначили курс антибиотиков. И, конечно, еще дополнительное лечение, чтобы лечить герпес и так далее. Поэтому сейчас лечусь вот уже несколько дней по списку, который назначил врач, но, честно сказать, особо лучше-то не становится. Не знаю, что какая зараза ко мне прилипла, поэтому надеюсь, что все-таки антибиотики подействуют, и вот спустя несколько дней будет мне намного полегче, и видео буду выпускать почаще. Конечно же, всем огромное спасибо, что спрашиваете, переживаете, пишете и ждете, когда будет следующий влог. Поэтому от меня такая рекомендация: никогда не занимайтесь самолечением. Если кажется, что знаете, какие принимать препараты, лучше все равно потратить время, съездить к врачу и, уже проконсультировавшись со специалистом, конечно, принимать тот курс препаратов, который он назначит. Если бы не занималась самолечением, давно бы уже выздоровела. А тут получилось, что вот такая болезнь затяжная. Но лучше учиться на чужих ошибках, поэтому никогда не занимайтесь самолечением. Вот как есть, так честно рассказываю. Я уже вымыла всю посуду, которую нельзя было загружать в посудомоечную машину. Сейчас ставлю курицу в гриль, буду запекать на обед. И также начала уже разбирать холодильник, буду его мыть. Показывала, какой там был грязный контейнер. Дети плохо закрыли упаковку с кетчупом, и все вытекло на полку. Плюс запачкались какие-то бутылочки, которые тоже стояли рядом. Вот сейчас все протираю. И дверка, конечно же, у холодильника тоже вся в кетчупе. Поэтому буду сейчас все отмывать. И когда переезжали сюда в дом жить, я, конечно, перед тем, как загружать продукты, быстро прошлась, его весь помыла. Но вот до сих пор не дошли руки убрать вот эти вот голубые приспособления. Вот сейчас видно, что их убираю. Просто, вот честно, не было на это времени. Сейчас вот выделила время, чтобы вымыть холодильник, все прибрать, разобрать и убрать вот эти вот крепления. Спрашивали в комментариях по поводу холодильника, нравится или нет, какая марка. Марка у нас Mountfield, очень нравится. У нас идет чисто встроенный холодильник, и рядышком такая же вот колонна после духовки и СВЧ.
идет встроенная морозилка вертикально. То есть вот где холодильник, там нет отделения с морозильной камерой. Полностью идет холодильное отделение. Очень удобно. И у нас получился вот такой вот side-by-side. Сами, да, вот так вот собрали его, получается. Очень удобно. Намного больше мне нравится того холодильника, который был в прошлой квартире. Там у нас был тоже side-by-side, стоял он на присоединенной лоджии. И по размеру, вот лично на моем опыте, у меня сюда вмещается продуктов намного больше, за счет того, что здесь больше полочек, можно все как-то аккуратно разместить по контейнерам и разложить на разные полки. Хотя в том холодильнике было вот это вот отделение, немножко побольше, но там незначительное количество литров. Поэтому вот мне очень нравится, я довольна, что купили именно встроенный отдельный холодильник. И отдельно, конечно же, морозильную камеру, тоже очень удобно. Иду в морозильный ларь, набираю то, что мне необходимо, раскладываю все по контейнерам. Допустим, в один кладу там овощи, ягоды, мясо, фарш, рыба, отдельное отделение с морепродуктами. И также, допустим, какая-то зелень, укроп, петрушка, мелисса, мята и так далее. Когда все заканчивается, опять иду в морозильный ларь, также сюда набираю, и вот здесь вот у меня все так на кухне хранится. Мне очень нравится, я довольна и по качеству, и по функционалу. А еще больше, чем я довольна, это расположение именно холодильника, где он сейчас находится. Наверное, помните, что на той квартире у нас холодильник был на присоединенной лоджии, и чтобы дойти от мойки до холодильника, нужно было проделать немалое количество шагов и так туда-сюда. И поэтому, вот честно сказать, там холодильник не было такого вот дикого желания мыть. Нужно было так основательно собраться, что вот сегодня я мою холодильник. А здесь я так быстро помыла, потому что вот все находится под рукой. Тут же здесь холодильник и рядышком совсем раковина. Никуда ходить не надо. Плюс большой кухонный остров. Все можно удобно разложить. Ничего нигде не мешает. И, конечно, очень нравится мойка большая. Тоже раньше я все составляющие из холодильника, это полки, вот нижние ящики, я все мыла в ванной, потому что в раковине было мыть неудобно, мешало там крыло. А здесь вот я все вымыла в раковине, очень-очень удобно. Спрашивали ее размеры, у нас раковина на 70 сантиметров. Оптимальный вариант, и вот ни за что не хочу обратно вернуться к раковине с крылом. Лучше вот во время мытья посуды постелить коврик. Я покупала коврик в фикс-прайсе, они отлично впитывают влагу. Сюда кладу посуду, которую вымыла. Плюс у меня есть вот такой вот держатель, как раз сейчас видно вот спереди, икеевский, в дырочку. Сюда можно какую-то тоже посуду класть. Потом просто все вытираю и аккуратно все складываю на места. Зато у меня большая вот такая вот раковина, куда все помещается. Поэтому, если будете планировать, задумайтесь, чтобы покупать вот раковину. Вот и лично от меня я бы порекомендовала без крыла брать просто вот такую вот одну большую. И еще очень люблю вот этот кран, который покупала на Алике. Какой же он удобный, как же это здорово, то, что можно вот его достать, выдвинуть, помыть какие-то труднодоступные места. Допустим, вот здесь также есть швы у контейнеров. Очень удобно, все можно промыть, сполоснуть, можно переключить на душ. Очень довольна то, что его тогда приобрела. И хочу посоветовать также, когда будете планировать кухню, обращайте внимание на треугольник, так сказать, чтобы было удобно пользоваться, да. Когда планировала эту кухню, сразу же хотела то, чтобы было все удобно. Достал из холодильника, положил в раковину, порезал, и дальше у нас идет варочная поверхность, приготовил. И потом в обратном порядке также все с плиты сложил в контейнеры и убрал в холодильник. Никуда лишний раз ходить не надо. На прошлой квартире так не стало делать, потому что хотелось вот этот большой холодильник замаскировать и переместить его на присоединенную лоджию, потому что там была кухня-гостиная объединенная, тут же стоял и диван, и камин, и телевизор, и как-то не хотелось там превращать кухню, так сказать, в кухню в кавычках, да, больше хотелось, чтобы она выглядела как гостиная, и поэтому пожертвовала функционалом, и там все-таки холодильник вынесли на лоджию. Я уже на финишной прямой, вымыла уже весь холодильник, также полки стеклянные, полки вот на дверке холодильника, просто холодильник сейчас чистейший, в идеальном состоянии.
и принесла контейнеры, вот такие вот с перфорацией, покупала их в свое время в фикс-прайсе, не знаю, сейчас они есть в наличии или нет, потому что очень давно в фиксе не была, поэтому сказать не могу, но раньше в них также организовывала хранение в холодильнике, поэтому тоже решила здесь все в них разложить, и получилось, кстати, очень удобно, в один контейнер все сложила, допустим, все, что связано с какими-то соусами, в другой йогурты и какую-то молочку, в третий различные виды сыров и так далее. Получилось у меня все по группам, и просто нужно достать контейнер будет, и продукты одной категории будут лежать именно там. На верхнюю, на самую полку убрала миюшкины какие-то препараты, средства, то, что нужно хранить в холодильнике. Перелила в икеевскую бутылку молоко, и сейчас остается мне еще перебрать клубнику. Застелила бумажными полотенцами дно в контейнере в стеклянном и туда складываю клубнику. Так она очень хранится. Вот на своем опыте могу сказать, что около недели вот таким вот способом клубника может храниться. Главное ее не помыть. Мыть уже непосредственно перед едой. Конечно, если вымыть, то она уже будет очень быстро портиться. Делюсь сейчас результатом проделанной работы, как у меня все получилось, все аккуратно разложено по контейнерам, по своим местам. Также вымыла все, что находилось у нас в ящиках в нижних, тоже разложила все по отдельным контейнерам, допустим, там чеснок, капуста, помидоры и так далее. Здесь у меня лежат яйца, различные соусы, масла, молочка, плюс здесь лежит второе, и еще готовила сегодня в гриле второе. И наверху у меня хранятся всегда консервы, горох, кукуруза, огурцы и так далее. Я не люблю хранить это при комнатной температуре, потому что когда добавляю в салат, мне нравится, чтобы содержимое было холодным. Поделилась с вами результатом и надеюсь, тоже вас замотивировала на какую-то уборку в вашем доме. И пока занималась уборкой на кухне, приезжал курьер, привез мне мой заказ, сезон долгожданный. Очень давно мечтала об вертикальном отпаривателе. И так как сейчас планируем ремонт и в дальнейшем обустройство постирочной, решила все-таки его туда приобрести. И впереди у нас будет новый учебный год. В этом году у нас будет 2 ученика. Думаю, что такой помощник мне будет очень сильно облегчать жизнь в плане глажки различных блузок, рубашек. Очень удобно будет все перед выходом быстренько погладить, потому что у нас идет гардеробная и далее будет постирочная. Там и хочу поставить вот этот вот отпариватель, все будет находиться примерно в одном месте под рукой, не нужно будет никуда далеко ходить. И читала отзывы различные на Озоне и остановила свой выбор именно вот на этом отпаривателе. Отзывы были очень хорошие, плюс была хорошая скидка. Собирается все очень быстро, просто, я даже не открывала инструкцию, все и так понятно. И когда выбирала отпариватель, такой вот главный пункт был, чтобы была вот такая вот поверхность, как бы гладильная доска, чтобы можно было не только вертикально вещи отпарить, но и также ее разложить, чтобы отпарить в горизонтальном состоянии. Конечно же, сразу захотелось отпариватель попробовать, протестировать. Налила в него воды, принесла девочке на футбол. И очень быстро все у меня отпарилось, просто вот за какие-то считанные секунды, поэтому в ближайшее время хочу прийтись в зале, отпарить в некоторых местах шторы, где еще есть заломы, поэтому очень довольна таким приобретением и буду им с удовольствием пользоваться. Сейчас показала то, что в комплект входит вот такая вот термоварежка и еще есть одна насадка с такими вот ёршиками. И очень удобно то, что можно будет вещи гладить как вертикально, так и горизонтально. Здесь также есть вот такое вот крепление, куда можно вещь будет вешать на вешалке. Давайте постараюсь ссылочку оставить внизу под видео в описании, может быть, кому-то тоже пригодится. И сейчас вышла на улицу, показываю вам результат, который у нас вот на данный момент. Трактор еще работает, вывезли всю лишнюю землю, мы уже с Ваней принесли обратно грядки, уносили их за
дом, чтобы они не мешали здесь в зоне декоративного огорода. И также часть грядок была на террасе, тоже туда их принесли. Конечно, еще не до конца все собрано, покрашено, но решили все-таки не тратить время, пока работает техника, все вернуть на свои места, что где должно стоять. И все, у нас уже вечер, вся техника уехала, и КамАЗ, и трактор. Очень довольны результатом, который у нас получился. Даже не верится то, что вывезли около 10 КамАЗов грунта. Очень повезло то, что у нас в поселке на соседней улице мужчине нужен был грунт, поэтому никуда его утилизировать не нужно было. И на это тратить какие-то средства, да, вывозить. А он с большим удовольствием принял грунт, потому что у него огромный перепад на участке, где-то метр, где-то полтора метра. Поэтому с удовольствием грунта нашу забрал. Конечно, грунта мы немного оставили себе, как и сказала, для каких-то нужд, для огорода, возможно, где-то нужно будет досыпать. Конечно, потом все будет в уровень с газоном, с миксбордерами и так далее. Просто это было необходимо сделать, выкопать вот столько земли, чтобы туда заложить материал, да, до дорожек. Обязательно нужно было такое вот сделать. Ваня как раз сейчас занимается тем, что устанавливает грядки. Я показываю то, что вот где грядки и лежит куча земли, эта земля как раз пойдет на декоративный огород, а он будет в свою очередь закрыт миксбордером, и когда он вырастет, со стороны террасы дома будет совершенно ничего не видно. Также вот здесь вдоль террасы пойдет отмостка, и потом оставлено место под гортензии. Тогда я еще рассказывала вам, наверное, в прошлом году, то, что мечтала под окна посадить такой вот массив из гортензии, такую живую изгородь. И покупала тогда каталог, тоже показывала его вам, изучала, смотрела, читала про сорта, какие нам подойдут для нашего климата и какие, конечно же, приятны глазу, которые бы хотелось мне вырастить. Здесь выкопали под дренажную систему, также будет идти здесь потом дорожка, и дорожка потом будет переходить вот в такую вот извилистую, в овальную. Я сейчас стою на месте будущего миксбордера, вот вдоль забора везде будут идти цветники, миксбордеры, и вот сюда хотим в угол также еще поставить качели в цветник, чтобы сидеть здесь, качаться и любоваться участком. За дорожкой в овале вот в этом будет у нас находиться газон, и розарий хочу сделать. И огромнейшая к вам просьба, очень хочу вас спросить, если кто-то заказывал где-то розы в каких-то очень проверенных питомниках, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам очень и очень за это благодарна, потому что начала сейчас изучать информацию, искать какие-то питомники, уже некоторые себе выписала, но, конечно, хочется еще и спросить вашего совета, может быть, вы мне что-то порекомендуете. И также, может быть, не только знаете проверенные питомники, где приобрести розы, также, может быть, гортензии, хвойные какие-то растения. Буду очень-очень вам за это признательна. Вот здесь вот как раз сейчас развернулась, показываю, что у забора также будут расти различные растения, и хотим поставить двухместные качели, чтобы сидеть на них и любоваться газоном, домом и различными впереди цветниками. Далее вдоль забора также будет продолжаться миксбордер, потом будет детский домик, который замаскирует кессон, и со временем этот детский домик, когда им станет не нужен, я его сделаю своим садовым домиком, тем более здесь у нас рядом будет декоративный огород. И дальше будет продолжаться от домика для детей тоже композиция из растений. И по левую руку получился вот такой вот у нас замечательный островок. И на него тоже будем сажать. Как раз сейчас на нем вот видно, что лежит земля. И благодаря этому то, что здесь будут различные насаждения, также ни огородика со временем, ни теплицы, будет из дома не видно, все зарастет, так сказать, замаскируется. Показываю сейчас такой промежуточный этап, как собираем грядки. Еще, конечно, ничего не красили до конца, не установлены. Еще нужно собирать некоторое их количество. В ближайших видео обязательно с вами поделюсь. Но, честно сказать, уже настолько довольна. Вот даже в таком вот, только-только вот в начатом варианте уже все нравится. В принципе, на мой взгляд, очень все так продумали, спланировали, как все у нас будет находиться. Теперь остается только идти вперед.
к саду своей мечты. Как и сказала, что, конечно же, это за один день не сделать, на это понадобится несколько лет, даже не год, только со временем все потихонечку сделаем. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на канал. Конечно, впереди будет много всего интересного, буду обязательно все показывать, делиться всеми этапами. И сейчас еще решила показать вот такой вот вид, это с террасы, как все будет смотреться. И также еще покажу вид сверху, со второго этажа. А так, конечно, мы очень довольны. Нам, если честно, даже больше вживую понравилось, чем мы с Ваней рисовали и в программе, и в фотошопе. Вживую просто смотрится, на наш взгляд, очень-очень удобно и функционально. И потом со временем, когда все миксбордеры посадим, все озеленим, все вырастет у нас, думаю, что будет смотреться очень красиво. И когда-нибудь будем наслаждаться садом нашей мечты. И забыла еще рассказать, наверное, будет многим интересно, по цене, во сколько у нас вышла вот эта вот работа, этот этап. Трактор стоит 1500 в час, КамАЗ стоит 2000 в час. То есть мы заплатили за день, сколько часов у нас работала техника, 26500. Во столько вот у нас вышло. Напишите в комментариях, во сколько у вас обходится работы данной техники. Думаю, что будет многим интересно почитать и сравнить. На этом сегодняшнее видео буду заканчивать. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что посмотрели его до конца. Если видео вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет очень и очень приятно. Также подписывайтесь на YouTube канал и на мой Telegram канал, на него ссылка будет внизу под видео в описании. Очень буду благодарна вам за обратную связь по поводу питомников, где можно будет приобрести розы, различные гортензии, хвойные какие-то растения. Если у вас есть такой опыт, пожалуйста, поделитесь. Я вам желаю хорошего лета, настроения, конечно же, крепкого здоровья, берегите себя. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч, пока!